Эти кадры востребованы для экономики республики. 75-летний юбилей отметил Чебоксарский электромеханический колледж, который сейчас работает в статусе межрегионального центра компетенций. О том, как сочетают новаторство и опыт, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Это уникальные экспонаты из фондов музея электроники колледжа. Вся история учебного заведения сквозь призму десятилетий. Вот мобильный патефон для грампластинок. Пластинку можно вот так потаскать. Как было, как стало и как будет. А вот и разработки юных инноваторов колледжа. Мехатронные системы. В корзину поступают шарики. Обычные пластиковые и металлические. Так как количество металлических шариков и их вес больше, приходится их просто подталкивать. Они не могут автоматически поступать в корзинку. Инженеры будущего. Это одна из программ, реализуемых на базе колледжа. Чтобы готовить квалифицированные кадры для экономики, необходимо осваивать современные стандарты, говорит директор ЧМК Алексей Судленков. Здесь намерены создать еще 5 инновационных мастерских. Учебное заведение стало обладателем очередного федерального гранта. За эти годы, последние годы, особенно профессионального образования России и Чувашии, а Чувашия здесь является одним из лидеров Российской Федерации, потом ярко выраженным лидером, сделал очень мощный рывок. Национальный проект образования, грант создания межрегионального отраслевого центра. Партнерами колледжа стали ведущие предприятия республики и страны. Но постигать азы профессии студенты начинают с первых дней в учебных лабораториях. Здесь важно получить практические навыки. Ребята в наших мастерских, на наших станках не только учатся работать, но и производят реальную продукцию, которая, значит, применяется на предприятиях, идет в сборку, в конструкцию. В колледж даже не то, что со временем много, мы работаем на опережение, я думаю. Почему я выбрал ЧМК? Потому что я с раннего детства увлекался компьютерами и разной техникой. Поэтому я люблю технику, и единственное решение было это ЧМК. Я обучаюсь по специальности инфокоммуникационной сети системы связи. Здесь развивают и образовательные стандарты международного уровня. Вот уже 3 года на тренировочном полигоне Центра компетенций проходят подготовку члены национальной команды движения WorldSkills Russia. Глава региона отметил, что это инвестиции в подготовку молодых профессионалов. Мы получаем синергетический эффект. Реальный сектор экономики развивается. Работодатели удовлетворены этими специалистами, которые соответствуют по компетенции электронной. Электроника, радиотехника, автоматика. Я рад и счастлив успехами данного колледжа. Успехи колледжа во многом заслуги его преподавателей. Лучшим из лучших глава региона вручил государственные награды. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.